Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Как говорится, по горячим следам попытаемся разобраться в только что закончившейся партии Александра Гречука и Анишем Гири. Безусловно, крайне напряженная партия, ну и прежде всего она волновала российских, да, и русских болельщиков. Болели за Яна Непомнящего, и, в общем-то, Александр Гречук сегодня сделал то, что очень желали многие из нас. Победил Аниша Гири, тем самым дав путевку на матч с Карлсоном самому Яну Непомнящему. Но, безусловно, Аниш Гири, блестящий, который провел второй круг, турнир пока еще не закончен, но главная интрига сегодня завершена. Надо отдать ему, безусловно, должное за то, как он вел игру, как он блестяще играл. В целом, конечно, этот турнир в любом случае он занесет себе в актив, хотя, конечно, очень неприятно вот оставаться, как говорится, на шаге от мечты, так скажем. Ну ладно, не будем, как говорится, слишком много философствовать, перейдем к партии. Итак, Александр Грищук, Александр Великий, сегодня разыграл классический вариант. И Гиря Анишу, ну, сегодня была сложная ситуация, потому что как было разыгрывать сегодня черный цвет, сложно сказать, потому что параллельно Максим ваш Елограф разыграл достаточно скверное продолжение, скверный дебют, и, безусловно, Анишу стоило уже подумать, как замутить какую-то борьбу сложную против Грищука, классик, можно сказать, шахмат. И попытался он искать счастье в новоиндийке. Но после хода g3, здесь, конечно, масса ходов, то есть, ну, пошел классический ход слон b7, Аниш нырнул, и после слон g2 дал шах, тем самым переведя в итоге позицию в известную табио защиты Боголюбова. Ну, его ход c5 в свое время, конечно, его применяли, но в последнее время все-таки считается, ну, и, в общем, до сих пор, да, есть проблемы тут у черных достаточно приличные. Однако применяли этот дебют в свое время и топы, и пробовали здесь играть. Сложная стратегическая игра. Но так или иначе, нужно здесь в основном знать основной план, который Грищук так или иначе провел в партии, который, по сути дела, вот он зафиксировал плюс белых. Итак, после хода c5. Александр взял на b4, сделал рокировка и сделал достаточно простые ходы. Конь bd2. Ну, кроме хода конь bd2, тут масса ходов. И ферзь d3, и a3, один из основных ходов. Пешка на b4, конечно, ее никак ты не съешь, потому что черные в планах имеют стандартный ход a5. Но вот транспозиции бывают с этой пешкой на d7. Мы сейчас обсудим этот момент. На конь d2 Гири сразу сыграл d6. Ну, вот ход немножечко не гибкий, потому что в любом случае черным пешку на a5 ставить придется, а вот пешку с d7 в некоторых вариантах можно поставить и на d5. Ну, чаще всего, конечно, ставят на d6. Ну, так или иначе, сыграл Аниш d6, пытаясь поставить какую-то позицию, которая, может быть, Александру будет незнакома. Но Александр, конечно, все эти позиции, я уверен, знал еще, когда посещал, наверное, начальную школу. Ну и, в общем-то, давайте посмотрим, что произошло. Ферзь b3 зафиксировал пешку на b4, ходом a5 черные защитились, a3 и конь a6. Ну, стандартная защита этой пешки. Впоследствии задача черных заключается в том, что когда белый проводит e4, нужно встретить ходом e5. И тогда в некоторых позициях появляется у черных поле c5 стратегическое, через которое они начинают работать. Но так в партии не случилось. Александр сделал ход ладья d1, самый четкий ход в этой позиции. Ферзь e7. Вот обычно ферзь на e7 здесь не становится. Ферзя обычно ставят на c7. Ставят ферзя на c7, а тем самым не дублируя работу по линии e. Ладья часто становится на e8 и встречают и ход e4 ходом e5. И на c7 он чуть более гибко стоит, в том числе прикрывает в определенных вариантах пешку b6 и слона b7.
После хода ферзь e7 последовал стандартный и классический ход конь e1, который, по сути дела, предопределяет дальнейший ход борьбы. То есть вот дальше белые будут оказывать давление на пешку b4 ходом конь c2. И черным становится немножко неуютно, потому что их фигура несколько пассивна. Пространства немножко не хватает, пешка b4 так или иначе будет ее заставить определиться. Но так и произошло. Взяли. H5. H5 правильная идея, то есть черные пытаются расшатать фланг, пытаются просто где-то сыграть H4, заставить белых как-то понервничать. Но Александр играл эту партию вот именно классическим образом. Конь c2, ба-ба, конечно же пешкой для того, чтобы осуществить дополнительный контроль и открыть линию b. Ладья b8, e4. И вот на e4, как я уже говорил, черные обязаны отвечать e5. Потому что если они e5 не отвечают, то либо они сами получают ход e5. Впоследствии белые заводят сразу на слабое поле d6 свою лошадку. Ну и, в общем-то, проблемы тогда будут колоссальны. Ну и конь на a6 также пока вне игры. Поэтому ход e5 обязательно в таких ситуациях. Ферзь d3. Ну, можно было играть еще, наверное, и ладья b1, и как-то еще и по-другому. Ладья e1. В общем-то, у черных есть некоторый объект, связанный с пешкой на e4. Но здесь играл конь c7. Ну, вероятнее всего, защищался от хода c5, потому что c5 одна из возможных угроз сейчас. c5, cd, конь c4, как вариация. Ну, вторая опция была все-таки взять на d4 и попытаться коня поставить на c5. Но пешку на e4 защитить белые могут всегда ходом f3. А вот пешка на d6 и море полеет, поле f5 и b5, с ними, конечно, справиться очень непросто. Поэтому от черных требуется хирургическая точность, когда вы определяете структуру. Сыграв конь c7, они же, по сути дела, ну, позиция еще не такая плохая, хотя уже очертания ее достаточно неприятные. Александр подогнал, как говорится, подвинул ладью на b1, чтобы она оказывала дополнительное давление. И в этой позиции черные должны были играть следующим образом. Конь e6, так и было сыграно, ладья b5. И вот здесь, пожалуй, произошел первый неточный ход. Стоило все-таки играть h4, захватывая хоть как-то пространство, немножко поднапрягая белых на фланге. Вместо этого они же сделали ход ладья e8, и после хода h4 у черных уже этой возможности не произошло. Да, были разговоры о возможных движениях впоследствии g5, но это все уже было не то. То есть g5 в этих позициях уже было крайне опасно. Но сыграв g6, по сути дела, они же предрек себя на тяжелейшую защиту позиции, которая развалилась в считанные мгновения. Пожалуй, это был последний момент, где, может быть, стоило попытаться сразу переключаться на вот эту идею с ходом конь d7, которая была в партии. Но, так или иначе, g6 был сделан ход. Ну и позиция белых настолько хороша, что у них есть простейший план. То есть это перевод коня через f1 в район поля d5. И после чего осуществляется полный контроль над доской. Ну и слабость на b6, об этом мы даже и не говорим ничего. Он пошел f3, Александр сделал сильный ход f3. Здесь черные, может быть, стоило тоже что-то пытаться мутить. Может быть, стоило играть g5. Об этом говорили в комментаторской кабинке. И Евгений Томашевский, и Борис Гельф, и наша прекрасная Александр Костенюк. Ну, в общем, так или иначе, черные так не сыграли. Сделали более пассивный ход. И после хода конь f1 позиция был последний момент для черных, когда они могли попытаться хоть как-то зарядить борьбу. После хода g5 позиция действительно была интересной, но пришлось бы, наверное, бить на g5. Ферзь бьет g5, угрожает вилка на f4. Ну и белые, наверное, перешли бы в какой-то эндшпиль. Да, неприятная позиция все равно остается. Но, во всяком случае, здесь немножко борьбы, наверное, больше и чуть больше нервов. С учетом того, что Александр Грищук любит подумать, возможно, этот момент был для черных моментом истины. Но мимо него прошел Гири, который, в общем-то, как говорится, известен нам прежде всего как человек позиционный, с хорошим чутьем. G5 для него это как наверняка было совершенно неадекватным продолжением, вполне вероятно, и поэтому он так и не сыграл. Но он взял на d4, конь d4, сыграл конь e5 по центру, но после хода ферзь e2 позиция оказалась слишком статичной. И слабости, и поле d5, в частности,
все-таки здесь сделают свое дело. Ну и после взятия на d4, ладья d4, конь c6, по сути дела партия переходит в техническую часть, потому что нет защиты от перевода коня на d5, и начинается все падать. Сыграл ферзь e6, а ниш после хода конь e3. Здесь сделал, по сути дела, самоубийственный ход. Ну, как сказать самоубийственный? Сказать сложно, в тяжелой позиции все ходы обычно тяжелые. И мы видим, что контр-игры у черных абсолютно нет никакой. Белые спокойно могут продавливать игру. Слабость на b6, слабость на d6. Да и король, в общем, тоже не такой уж и хороший. Можно посмотреть, что и при случае слабо поле f6, скажем, в случае ферзь b2, конь d5, например. Ну, в общем, конь e7 попытался как-то отбиться от вторжения коня на d5, но после хода ферзь d2 пешка на d6 стала безумно опасной. Как говорится, слабый ладья d8, может быть, стоило здесь сыграть. Но так или иначе, белые здесь захватывали инициативу, может быть, даже и ходом g4. Тяжелейшая позиция, то есть здесь можно и до короля где-то добраться, до черного. Слишком много слабостей и слабых полей. Но вместо этого последовал ход f5, но и этот ход оказался, по сути дела, последним активным ходом в партии черных, потому что здесь последовала техническая стадия. Конь c6 взяли на f5, нигде на e3 брать нельзя было, скажем, после ферзь e3, ферзь g6, король f8, белые могут играть как угодно, в частности, сделать ход f6, угрожая матом на g7. Ну и, скажем, после ферзь e2, король h3, несложный вариант для белых, связанный с ходом g4. Нет защиты ладья b7, потому что последует ход ферзь h6, шах, и ладья по пятому ряду подключается с эффектом. А в случае hg, король g3, все эти угрозы возобновляются, и также черным остается только капитулировать. Ну, в партии же последовал ход gf, здесь можно было не менять ферзей, но с другой стороны уже было сделано многое. И Александр просто перешел в техническую стадию, где у него две лишние пешки. Ну и дальше, по большому счету, борьбы уже никакой не было. Последние ходы активные. Белые здесь все четко сделали. Никаких шансов абсолютно не предоставили черным. И Аниш в партии после хода конь c5 признал свое поражение. Ну что же, прекрасный позиционный пример со стороны Александра Грищука. Очень надеемся, что у него следующие турниры будут более успешными. Анишу также пожелаем успеха в дальнейших соревнованиях, в дальнейших таких вот турнирах. Видно, что он был в хорошей форме и завтра, возможно, последнюю партию тоже проведет на высоте. Но, конечно, очень неприятно, всегда так бывает, что кто-то побеждает, а кто-то проигрывает. Ну что сделать? Это игра, поэтому что же. Друзья, вот такая вот история. Ну что, с вами был Владимир Добров. Надеюсь, вы сегодня порадовались победе. Я не помню еще, кто-то, может быть, даже и отметил это дело или собирается отметить. Поэтому желаю всем хорошего вечера, ну и доброго здоровья. Завтра турнир претендентов завершается. Хоть победитель и известен, но наш шахматный адреналин никто не отменял. Всем пока.